Первенство России по боксу уже позади, но воспитанницы краевой школы Олимпийского резерва продолжают тренироваться в полную силу. Почти без выходных, два раза в день девушки занимаются, чтобы в ринге показать свой максимум. Настя в боксе уже 10 лет. На недавнем первенстве страны она стала второй в своей весовой категории. Для нее это лишь маленький шаг к большой цели. Сначала нужно стать первой в стране, а затем можно и в мире. Думаю, после золота на России можно будет поехать на чемпионат мира Европы и там побороться за первое место, за пояс. Думаю, да. Мне даже не столько важны деньги, как пояс, просто чемпионский, который вот здесь будет висеть. На прошедших стартах Приморье заявило о себе на всю страну. 6 спортсменок отстаивали честь края на соревнованиях в поселке Супсех Краснодарского края. По итогу все попали в сборную страны, а трое выполнили норматив мастера спорта. Для них это важнее, чем место на пьедестале. Только один счастливый момент, когда я узнала, что выполнила норматив. А когда в призы вошла и на пьедестал вышла, ну ничего такого. Может быть, почувствую, когда прям первой буду. А так, ну ничего. Тренер в восторге от выступления своих воспитанниц. Да, закономерный результат многочасовой и сложной работы в зале. Наставник уверен, они на верном пути. У нас были трехнедельные сборы. Вот, и я вижу, что все труды, как и мои, так и девчат, даром не пропали. Есть такой хороший результат. Сезон бокса сейчас в самом разгаре. Спортсменок ждут тренировочные сборы в составе команды страны, а после международные старты в Хабаровске. Эти соревнования пройдут в конце мая. В них примут участие не только сильнейшие спортсменки России, но и Китая, Южной Кореи, Таиланда и других стран.